Ну, Джуси, я считаю, во-первых, он не только MVP матча на спорте, он вообще лучший вратарь турнира, поэтому с ним 100% будет выпуск. Привет, друзья, это Егоров. Хотел я уже выкладывать интервью с Рикьяно, оно реально очень интересное и откровенное. Он прекрасно говорит про Амкал, про Тудроц, даже про личную жизнь. Возможно, я поделю его на две части, потому что там 1:20 хрона. Точнее, я уже поделил и буду выкладывать. Хотел сегодня, но вдруг появилась очень важная тема. О ней много дискутируют, она живет в телеграм-каналах. И это тема выбора лучшего вратаря на МКС. Потому что дали приз ДХ из Наспорте, но как мы видим из инстаграмов, телеграмов и других носителей, которыми пользуются ребята из Тудроц, что, по их мнению, заслужил приз Джуси. И вот что говорили Жека, и вот что говорит Некит, который даже записал мне видео. Здорово, Димасик. По моему мнению, лучший вратарь турнира МКС 100% должен быть Джуси, потому что, в отличие от других вратарей, он не делал катастрофических ошибок, как тот же Спиряков Маменко, которые допустили ошибки. С тем же Нойером он сражался по пенальти, и он его обыграл. То есть вывел нашу команду в финал, а чувак, который выиграл по инстату лучший вратарь МКС, вот ни одного пенальти не смог спасти. И оставил свою команду в полуфинале. И еще могу добавить то, что Джуси инстат в целом, может быть, ухудшился, потому что его удалили из ошибки судьи. Там сколько скринов не делай, там видно, что там форс 100% в офсайде был. Поэтому удаление Джуса не должно было случиться, и, может быть, у него инстат был бы выше. Ну и еще добавлю то, что, как и народно, все зрители говорят, что Джуси был лучший вратарь. Также, мне кажется, и большинство игроков тоже так скажут. Слова Никиты и Жеки, которые в принципе всегда выступают за своих пацанов, что бы они ни делали, и в данном случае есть логика в их словах, конечно же. Вот их слова дополняются в том числе и комментариями под роликом у Германа, где люди действительно пишут: «Джуси лучший вратарь, Джуси лучший вратарь, Джуси лучший вратарь». И даже вот Эрик проводит голосование у себя в телеге, ну там побеждает Саня Маменко, неважно, но все равно есть такая потребность назвать Джуси лучшим вратарем, и якобы Амкал немножко задвигает Тудроц. И здесь важно разобраться с самого начала, кто назначает лучших футболистов турнира. То есть это какое-то голосование. Можем обменяться какими-то мыслями в директ. Это, правда, редко происходит, но тем не менее, я думаю, что все помнят то, что мы с Егором без какого-либо там зла друг другу, и ни в коем случае какие-то там личные истории не могут повлиять на награду лучшего игрока, на награду лучшего вратаря турнира. Егор, на мой взгляд, провел очень хороший полуфинал и заслуженно получил абсолютно лучшего игрока этого матча. А, собственно говоря, абсолютно не хуже сыграли Хе, абсолютно не хуже сыграл Саня Маменко, абсолютно не хуже сыграл Женя Спиряков, которые к тому же еще и выиграли, и полуфинал и финал вообще сыграли на ноль, и тоже были суперсейвы, выходы 1-1 спасенные и так далее. Поэтому сразу несколько вратарей были достойны звания лучшего вратаря. Но согласно коллективному мнению админов, организаторов, всех, кто помогал мне создавать этот турнир и проводить его, плюс сюда добавляется инстат, и в общем, вот такое решение мы вынесли. Повторюсь, оно субъективное. Я думаю, что у разных подписчиков, у разных людей будет свое мнение. Для кого-то лучший голкипер турнира Джуси Кипер, для кого-то Саня Маменко, для кого-то Женя Спиряков. И я с этими мнениями в целом достаточно солидарен. Я считаю, что они имеют место быть. И более того, там, лично у меня, как у игрока Амкала, есть мнение о том, что наши вратари сыграли лучше вообще всех, потому что сыграли на ноль. Но, тем не менее, награду получил голкипер на спорте. И тоже заслуженно, потому что он, как и вся тройка, которую я называл помимо него, также проявил себя в этом турнире очень достойно. Собственно, я вот. То есть вы понимаете структуру? Это не голосование по итогам чемпионата, по итогам сезона, как там в АПЛ или в российской премьер-лиге, когда голосуют тренеры и капитаны команд. Нет, это немножко другая структура, и даже не голосование за золотой мяч, в котором принимают участие и журналисты, и капитаны, опять же, и тренеры различных стран. Нет, это решение именно организаторов, как это происходит, допустим, на чемпионате мира по футболу, именно на таком коротком турнире, когда просто УЕФА или ФИФА говорят: так, вот лучший
игрок чемпионата мира, это, например, Фабио Каннаваро. То есть здесь именно решение организаторское, да, Герман как организатор представляет Амкал, тем не менее он не назначает лучшим вратарем ни Маменко, ни Спирякова, хотя он говорит, что они достойны, а выбирает Дехея, а не Джуси. Я предложил Егору дать пару комментариев, просто рассказать, кто на его взгляд заслуживает быть лучшим вратарем. Может быть, он чем-то недоволен, но Егор сказал, нет, я этим не занимаюсь, окей, поэтому я сам скачал обзоры, причем обзоры матча Амкал Тудроц я скачивал со стороны Тудроц, и один взял выпуск Спирякова, и отсмотрел примерно все игры, чтобы сделать вывод, кто все-таки лучший. Да, у нас претендентов несколько, но начать я хочу вообще с человека, который, наверное, совершил больше всех ярких сейвов, он сыграл всего лишь 2 матча, пропустил 4 мяча, это вратарь Вгика Малафеев, и реально его сейвы были самыми яркими. В матче с Амкалом, помимо уверенной игры, это удар Арсения Левшука с правой ноги в нижний угол. Это выход 1-1 Арсения Левшука, где вратарь отлично вышел. Это и удар Олега Дружука, просто мощнейший, который вратарь потащил. Это и пенальти от того же Арсения, который тоже пробил хорошо, но сейв был еще лучше. И много-много-много других моментов. То есть там сейвов штук 6-7 точно было. Если брать матч Малафеева с Тудроц, это и выход 1-1 Крапа, и удар Кутуза в упор, и во втором тайме куча шансов было. И можно сказать, что в 2 матчах кипер вообще ни в чем не виноват, потому что забивали ему либо с линии вратарской, либо после добивания. По идее, если бы он сыграл больше матчей, скорее всего, может быть, опять же, он бы затащил этот трофей, потому что, он профик, он поигравший, и сейчас он в порядке, он сам Жека, что о нем говорит. Вот сейчас хорошо. Блять, ну там этот вратарь, который тренер вратарей Локомотива. Но Малафеева, получается, мы отметаем. Так же, как мы не считаем, к сожалению, Жеку Спирякова. Он провел отлично, просто провел финал. Вытащил выход 1-1 на Дани Крапивникова. Это был прям 100% момент, и он бы мог полностью перевернуть эту игру. Ну вот прям реально полностью мог перевернуть игру. Но у Жени, к сожалению, было не так много работы с ничего обычного. Да и с Тудроц в первом тайме не было именно таких прям вот большого количества 100% возможностей. Хотя турнир он провел идеально ровно, если бы не вот этот штрафной от Дани Крапивникова. Да, он выпустил там мяч из рук. Это прям 100% явная откровенная ошибка, из-за которой Жека сам расстроился. Поэтому мы его название лучших здесь не рассматриваем, хотя у него тоже лишь 2 мяча пропущено. Жека молодец, Жека красавец, он переборол себя по ходу турнира, и, возможно, в следующий раз он возьмет этот титул. Остается у нас 3 человека. Начнем, давайте, наверное, с Дехея. Первая игра у него с Матч ТВ. Первые, опять же, минуты. Еще непонятно, куда и что качнется. Мы еще не знаем силу реальную игроков на спорте. Мы видим, что там играет Текила тот же, хотя он считает, что он очень высокого уровня футболист. Возможно, так и есть. Но, тем не менее, в начале матча может что-то пойти не так. Опять же, потому что у Матч ТВ есть там профики, и Карнаухов есть, и Гатагов. Вот мы смотрим первые минуты. Оборона ошибается. Дехея тащит выход 1-1. Еще через 5 минут. Вновь ошибка обороны. Вновь выход 1-1. И вновь Дехея тащит. 2 ключевых эпизода, 2 крутых сейва, после которых уже на спорте перехватывает инициативу, забивает 5 мячей, Дехея в конце на 80-й минуте меняется и на спорте пропускает 2. То есть по факту Дехея здесь отлично начинал атаки, сделал 2 прекрасных сейва. Возможно, его бы выбрали как лучшего вратаря матча, потому что он ногами классно играет и атаки начинает, все делает. Хей, конечно, я просто в шоке. У меня кровь сейчас в голове пролила, когда он отбил на это. Молодец. Но это первая игра. Вторая игра с ничего обычного. Здесь сложно о чем-то судить, потому что по факту Дехея опять хорошо играл ногами, опять забирал все выходы, опять показывал свою мощь, но единственный эпизод реальный с таким более-менее опасным ударом-поворотом он не потащил. Да, здесь Нуров бьет в притирку со штангой, прям очень близко к штанге, причем бьет он в пустой угол, потому что Дехея, естественно, в дальнем углу находится. Тут прыгай, не прыгай, скорее всего, не достанешь, но Дехея провожает мяч взглядом, то есть гол не выручил, выручить не мог. Здесь уже такая пограничная ситуация, но нельзя сказать, что этот матч он там себе прям вот на 100% может в актив занести. Но тем не менее, пока у него 2 матча, несколько сейвов, всего 1 пропущенный, 3-я игра с Камеди, я на ней присутствовал. Честно говоря, тут даже повторы нет смысла показывать, потому что Камеди за весь матч практически ничего не создал. Единственный момент, который у Камеди был, закончился ударом с линии вратарской метров на 15 выше. Но опять же, Дехея был очень уверен, он ни разу не ошибся на выходе, он начинал атаки. То есть группу он провел очень ровно, но с одним пропущенным. И дальше мы уже переходим на противостояние. Джуси против, или Джасткипер, как хотите, против Дехея. Опять же, к вратарям здесь ни единого вопроса. В
Все четко, все ровно. Где-то в обыгрыш тот же Дехея шел. Ни одной ошибки. Атаки начинает, ногами играет прекрасно. Сейвы тоже есть. Вот, допустим, удар Себастьяна под перекладину. Дехея его красиво тащит. Но, с другой стороны, до серии пенальти, о чем можно сказать? Что обе команды либо били мимо ворот, либо не давали друг другу где-то доходить до ворот. И если Тудрот здесь останавливала очень мощная оборона на спорте, те, которых нельзя называть по именам, то у на спорте, благодаря тому, в том числе, что Сослан Гатагов выпускал тиктокеров в атаку, выпускал текилу, просто не было достаточного количества хороших шансов. Поэтому да, и Джуси здесь сыграл очень надежно, и Дехея сыграл очень надежно, и до этого они прекрасно играли. То есть мы видим двух прям вот вратарей, фаворитов на титул лучшего голкипера в данном турнире. И получается, что в данный момент, вот именно к окончанию полуфиналов, оба вратаря разыгрывают титул лучшего. Именно на время полуфиналов. И вот серия пенальти. Здесь по-разному все можно трактовать. По идее, да, футболисты Тудроц намного лучше били. Не было особо шансов у Дехея, потому что там все притирку, все верхом. И на этом фоне Джуси побеждает. Но кто-то скажет, да, футболисты на спорте мазали, и заслуги большой Джуси нет. Но давайте посмотрим иначе на эти эпизоды. Во-первых, сначала Джуси все-таки тащит, и здесь не очень понятно, вышел ли он из ворот, не вышел ли он из ворот, но сейв прям топовый, то есть он прям топово потащил пенальти. И то, что он топово потащил пенальти, могло повлиять на психологическое состояние, по-моему, это Комис, после чего он на нервах попробовал пробить просто на силу и лупанул метров на 20 выше ворот. Ну и заключительный пенальти, который Джуси тащит, мы все видим, что он показал в одну сторону, сам ушел в другую и, видимо, заставил игрока на спорте поменять свое решение, из-за чего получился удар мимо. То есть данную дуэль объективно Джуси у бывшего своего тренера выиграл. То есть на момент полуфиналов Джуси берет титул. Победа в дуэли подтверждается еще и простой статистикой. Джуси к этому моменту не пропустил ни одного мяча. Объективно, опять же, с Ромой работы у него было не так много, точнее, вообще практически не было. Он несколько раз хорошо действительно сыграл на выходах, но вся опасность со стороны Ромы уместилась в первый тайм, когда был выход 1-1, и там Белка потащил, кстати, единственный, по-моему, сухой вратарь этого турнира от и до. Вот там вот Белка потащил, действительно изменил ход игры, Белка еще два раза хорошо сыграл на выходе, когда в него влетали футболисты Ромы, достаточно странно, что Белка больше не выходил, возможно, что у него травма. Я так глубоко не искал, возможно, у Белки травма, неважно. Но выходит Джуси, да, опасных моментов у ворот Джуси нет, но все то, что долетает до него, он уверенно забирает, играет на выходах, к нему никаких вопросов быть не может. Дальше игра с Авгиком. Он делает несколько хороших перехватов, бросается в ноги нападающим. Ну, в принципе, так и должен действовать вратарь. Если бы он так не действовал, можно было бы сказать, что он ошибся. Но, тем не менее, самоотверженная, надежная игра. Да, ему не везет с сейвами, потому что просто футболисты в Гика во всех ситуациях бьют мимо и не дают Джуси как-то ярко сработать на камер. Но, опять же, заостряем на это внимание, Джуси проводит матч чересчур уверенно, без вопросов к нему. То же самое происходит и в игре с Амкалом. Все то, что долетает до Джуси, он берет. Да, опять получается, что он выходит на поле при счете 1-3, когда Амкал садится на свою половину поля, но не создает моменты. Единственный же шанс возникает только в конце матча у Вити Блатова. Удар у Вити не получается, но тем не менее Джуси не совершает ошибку. То есть, ну, ноль вопросов. Ноль вопросов по первым трем матчам. Ноль вопросов по игре с Наспорте. Да, еще раз повторю, ярких сейвов, которые попали бы в нарезку. Ярких спасений, которые изменили ход матча, у него нет. Но есть главное, ноль пропущенных мячей и выигранная серия пенальти. Пусть даже и футболисты на спорте били мимо. Опять же повторю, Джуси прям фаворит. Но есть еще один игрок. Если мы не берем Евгения Спирякова, то давайте поговорим о Сане Маменко и Замкал. Первый матч Сани Маменко, он против Гика. Саня также уверенно сначала действует, забирает несколько мячей, но тут происходит несчастье. В середине второго тайма судья назначает штрафной. Вгик бьет, мяч попадает в голову Никите Лесеву и влетает в ворота, причем Саня касается мяча рукой, но смахивает его в свою рамку.
Можем считать этот эпизод за ошибку, потому что, ну, нельзя сказать, что мяч был неберущимся. Плюс на разборе, и это подтвердил и сам Сани, чуть-чуть он перебежал в ближний угол. Немножко неправильную позицию занял, начал бежать куда-то вот туда, дальше за стенку, раньше стартанул. Но по факту здесь рикошет. Мяч, который летит с близкого расстояния, еще и меняет направление. Таких мячей мы видим много в российской премьер-лиге, то есть сказать, что это прям такая грубейшая ошибка, нельзя. Такой нормальный рабочий гол, где вратарь на 100% не вытащил. Но после этого Моменко исправляется. Берет один удар, берет удар ключевой с 11 метров, можно назвать его чуть ли не выходом 1 на 1, и, что самое главное, совершает перехват, такой же самоотверженный, как у Джуси, только этот перехват еще заканчивается атакой, которая приводит впоследствии к пенальти. То есть Саня здесь мало того, что сыграл в подкате и подстраховал свою защиту, но он еще и начал атаку, которая стала решающей. То есть, ну, такой средний матч, мы пока Саню после него вообще пока не рассматриваем как вратаря, который заслуживает титула. Матч с Ромой он пропускает, он не играет, у него травма. То есть, где Саня и где сейчас титул лучшего вратаря МКС, это разные полюса. Но вот настает игра Студроц в группе. Оказывается, грандиозное давление на ворота Моменко. Он, опять же, играет уверенно. У него получается смутить Кутуза, когда тот выходит один на один. В принципе, ярких сейвов он не совершает, потому что блокируют удары футболисты Амкала. Но, тем не менее, играет уверенно, однако вклинивается пропущенный мяч от Кутуза. Да, это не берущийся удар. У Сани два тайма к этому моменту, два пропущенных мяча, причем один такой с вопросиками. Опять же, Саня здесь не рассматривается как лучший вратарь до сих пор. Но настает полуфинал с ничего обычного. Это главные матчи, полуфинал и финал. Что мы видим по игре момент? Во-первых, Спиряков очень уверенно играет первый тайм. Начинается второй, когда Амкал реально сдувается минут на 30, наверное, и не понимает вообще, что делать с мячом. Очень много моментов у ворот Амкала. Здесь и навал, где Саню сначала отодвигает от мяча, а потом он в ближнем бою отбивает достаточно тяжелый удар. Следом угловой, когда опять наносится удар с 11 метров, причем точно в угол, но Саня складывается и отбивает. То есть таких сейвов по факту, по ходу турнира у того же Джуси не было, как у Сани вот буквально за эти два эпизода. Ну и дальше дальний удар под перекладину. Моменко молодец, что не вышел из ворот, и молодец, что потащил прямо из-под перекладины. Были еще пара моментов, где он очень уверенно сыграл, и вот этот выигрыш 2-0, я думаю, что во многом его заслуга, потому что действительно вратарь, который спас. То есть мы видим конкретные сейвы. То есть в данный момент есть Джуси, есть где-то рядом Дехе и есть Саня Моменко, который только набирает. Но я напоминаю, главные матчи полуфинал и финал. И вот здесь Дехе мы оставляем за скобками вместе с этой шуточной игрой на спорте ничего обычного. То есть Дехе не виноват в том, что его не поставили, что они придумали такой формат. Но и остальные вратари тоже не виноваты, что Дехея не играл. К этому вернемся потом. Разберем просто игру сначала Джуси, потом Сани Моменко. Итак, Егор. Первый же момент у его ворот, первые минуты, прострел, удар Майка Крапивникова и первый пропущенный мяч Егора на турнире. В принципе, и первый яркий момент у ворот Тудроц, когда Егор играл. И сразу гол. Претензий не предъявишь, достать он не мог. После пропущенного мяча очень разозлился на оборону и абсолютно заслуженно разозлился. Но делать нечего, теперь и у него, и у Дехея по одному пропущенному мячу. Смотрим дальше. Опять же, игра какая-то пограничная до тех пор, пока не бьет Антон Карпов. Удар примерно с 25-27 метров под перекладину, ближе к девятке. Егор не тащит. Он сам потом говорил, что, возможно, следовало ему сделать шаг назад. Но я не уверен, что этот удар потащил бы даже какой-нибудь вратарь премьер-лиги, или тот же Малафеев, или тот же Дехе. То есть чужой действительно классно попал. Но по факту мы видим два эпизода опасных у ворот Тудроц при Егоре и два пропущенных мяча при этом. Его вины опять же нет. Но и шансов для яркого сейва ему тоже пока не дают. На турнире у Егора пока вот нет такого реального спасения, реального сейва, реального вытащенного выхода один на один. И этой возможности делать яркий сейв его еще лишает Майк Крапивников, Даня Крапивников и судья. Потому что происходит ударение у Амкала, и вся игра строится у ворот сначала Спирякова, а потом Моменко. То есть получается, что у Егора уже становится два пропущенных мяча, отсутствуют супер яркие сейвы и один мяч пропущен 26-27 метров. То есть здесь он уже, будучи фаворитом, он где-то сравнивается, наверное, с Дехеем, у которого по-прежнему один пропущенный мяч,
И где-то к нему может постепенно приближаться в какой-то момент Саня Маменко, который пока что андердог в данной битве. Но вот Егор пока выглядит предпочтительнее всех. И Дехея, конечно, и Саня. Во втором тайме, повторюсь, у ворот Егора нет моментов. Но нету реально ни одного момента, ничего не возникает, пока не настает тот самый ключевой эпизод. Эпизод, когда я отдаю пас на Форзу, он делает рывок. Да, здесь, возможно, был офсайд. Я не спорю, возможно, был офсайд, но так как ВАР нет, то этот эпизод игровой. И он не вопиющий. То есть, если и был офсайд, то совсем небольшой, микроскопический. Простите уж, ребят, но реально я оцениваю этот эпизод как игровой. И в данной ситуации Егор неправильно рассчитывает выход. Здесь вообще спорно, зачем ему нужно было выходить, потому что мяч летит все-таки немножко в сторону, и Форза его принимает в сторону. Во-вторых, два защитника, скорее всего, Форзу бы догоняли. Но Егор все-таки решил выйти, не рассчитал. Форза протыкает мяч носком. Егор не попадает по этому мячу, зато попадает шипами по заднице Форзе. Это уже желтая карточка за грубую игру, потому что мы видим потом разводы на задницу у Форзы кровяные прямо от шипов. Ну и, конечно же, перед Форзой пустые ворота уже дальше. Да, конечно, с этой позиции мяч не забьешь, но, тем не менее, по совокупности, да, это абсолютно чистая, без вопросов, красная карточка Егору, который, возможно, даже не почувствовал задницу Форзы в данном эпизоде, поэтому так спорил. Фактически, хоть не принято это говорить, ошибка Егора, потому что он не рассчитал с выходом, он срубил нападающего, и это красная карточка, которая повлияла на ход финала. Абсолютно и полностью повлияла. То есть Егор уже становится не лучшим вратарем безоговорочно, с нулем пропущенных мячей, а вратарем, который пропустил два в финале и еще и удалился. То есть это серьезно понижает, если брать весь турнир, его шансы. Опять же, особенно учитывая то, что у него не было таких ярчайших спасений, за которые можно было зацепиться и сказать: вот же, ребята, смотрите, вот Егор лучший вратарь. Повторю, да, была серия пенальти, где Егор раскачал чуваков из Наспорте, но фактически чуваки били все-таки мимо. И вот мы не можем вот так вот прям зацепиться и сказать: все несправедливо, Егор заслужил, а все остальные нет. Но удивительно, что здесь мы продолжаем сравнивать Егора именно с Дехея. Да, Дехея пропустил только один мяч, в котором он, в принципе, не виноват. Да, Дехея проиграл серию пенальти, но, опять же, игроки Тудроц хорошо били. Но суть-то в чем? Дехея пропустил матч за третье место. И в таком случае, если бы Егор сказал: я не выйду на финал, играйте кто хотите, то, получается, в таком случае титул бы доставался Егору, у которого оставалось бы ноль пропущенных мячей, который бы не совершал ошибок, не получал красных карточек. И, на мой взгляд, если команда на спорте Дехея на матч за третье место не выпустила, то неважно, какой там инстат, неважно, как он играл до этого, неважно, в данной ситуации, когда он не был на голову сильнее Егора в предыдущих матчах, мне кажется, что приоритет должен отдаваться именно Егору, который довел свою команду до финала ничего не пропустил и победил в серии пенальти. Но вот это мое мнение, и назначение Дехея я считаю достаточно странным, хотя, опять же, за него говорит статистика, за него говорит игра ногами, за него говорит полное отсутствие ошибок. И уж я уверен, в матче с ничего обычного, будь он серьезным, Дехея бы тоже, скорее всего, потащил, потому что, мне кажется, по скиллам, вот он и Малафеев, да, они действительно, возможно, сильнее, чем все остальные, благодаря в том числе своим мощным-мощным габаритам, потому что ни Жеке, ни Сане, ни Егору этих как раз-таки мощнейших габаритов не достает. Но Дехея не сыграл, поэтому, на мой взгляд, в данной дуэли более предпочтителен как раз был Егор, который доиграл до конца. Но это взгляд мой, и можете написать в комментариях, если вы не согласны. Но мы упускаем еще одного футболиста, и это Александр Маменко. Он сделал несколько достаточно ярких сейвов в полуфинальном матче с ничего обычного, и вот настает финал. Здесь и прострелы, здесь и удары, здесь и выходы, здесь просто все то, что и должен делать вратарь в тяжелейший момент, когда удары по твоим воротам просто сыплются градом. На мой взгляд, даже MVP матча вовсе не Сипскана, а какое-то коллективное Маменко из Перяков, потому что реально на их воротах сидят всю игру. И если вратари пропускают ноль, при том, что у соперника достаточно много шансов, значит, они лучшие. Есть Перяков, который потащил удар от Дани. И есть Саня, который сделал несколько сейвов во второй половине, что привело к взятию титула команды МКЛ. И вот теперь давайте сравнивать. Да, у Маменко был такой спорный эпизод в первом матче с Авгиком. Но с тех пор Маменко не совершил ни одной ошибки. Мы можем найти у него достаточно яркие сейвы.
Он великолепно сыграл в финале, в тот момент, когда его команда выступала в меньшинстве. И, наконец, он взял титул как команда-победитель МКС. В тот момент, как Егор пропустил 2 в том же финальном матче и удалился. То есть, действительно, здесь ситуация запутанная. Отдашь приз Маменко, который в решающих матчах заслужил этот приз? Ну, как-то неправильно, потому что получится, что все ребята из Амкала. Причем там безальтернативно. Витя Блатов лучше нападающий. Но Кутуз был не так хорош в этом году. Володя забивал слабым соперником. То есть здесь несравнимо. Витя лучший нападающий. Если брать лучшего полузащитника, здесь тоже без вопросов, потому что Майк все решающие мячи забил. И он был там сильнее, чем Даня. Это объективно. Если брать защитников, но здесь тоже никто не будет сравнивать Левшука с кем бы то ни было еще. Хотя по факту еще хороший турнир провел там Стасычева, Филибара. То есть здесь ребята действительно были сильными. Что Сеня был сильнее всех, что Майк был сильнее всех, что Витя. И вратарь такая более расплывчатая премия. И по факту, наверное, организаторы не захотели отдавать все награды Маменко. Потому что, опять же, он затащил полуфинал и финал. И не желая отдавать награду Маменко, естественно, я думаю, всплывала фамилия Джуси. Но как тогда не дать приз Маменко, который в очном противостоянии Джуси обыграл? И я думаю, что выбор Де Хеа стал таким каким-то сепаратным вариантом, что вот был очень сильный вратарь, да, он не сыграл в матче за третье место, да, нет его вины в том, что команда не попала в финал, потому что он тоже отыграл эту полуфинальную игру на ноль, а дальше уже не было смысла считать. И вот поэтому я думаю, что решили отдать Де Хеа. Хотя, честно говоря, здесь вопрос дискуссионный, потому что есть 3 равных голкипера, и было бы, наверное, даже прикольно сделать какой-то турнир между ними отдельный, кто реально лучший вратарь этого турнира МКС. Но особенно приятно, я попросил записать Саню Маменко, это, скажем так, на прощание, друзья, записать свою реакцию, не обидно ли ему, что ему не дали приз, или может он считает, что кто-то другой заслужил, там Джуси, например. И Саня оставил вот такое сообщение. На этом, я думаю, все, а завтра интервью с Рикьяно. Вот вам 30 секунд Саня, он сказал лучше всех. Пока. Да, мое мнение тут однозначно. Если человек выиграл, если пропустил меньше, то очевидно, что он заслуженно победил в этой номинации. Да, Хэя играл здорово, играл ногами здорово, на выходах почищал уверенно и так далее. Поэтому о чем тут можно спорить, в принципе, да? Все, кто пишет, что я заслужил, спасибо большое, я, может, заслужил, но пропустил больше, хоть и на один мяч, но больше, вот. Так что в следующий раз поборемся, обязательно постараюсь пропустить меньше всех и увидим, что будет дальше, в общем.